Здесь с вами был Владислав, который мужчина, который ищет истину, который не стесняется жестких вопросов, который преодолевает все сложности своего мировоззрения и окружающего мира для того, чтобы найти истину и стать счастливым человеком. Друзья, с вами был Владислав. Спасибо вам огромное за возможность. Вот пример показать, как нужно, как люди добиваются, познают, изучают настойчиво то, что их беспокоит. И вот на вашем примере я хотел просто показать, как нужно не стесняться, а копать глубоко. Даже несмотря на то, что окружающим людям, может быть, не нравится, как ты задаешь этот вопрос, как он звучит. Но стесняться найти истину никогда не нужно. Если ты не спросил, у тебя вопросы остались незавершенные, ты тогда и останешься с непонятными вопросами и по жизни будешь делать, что ж непонятку я прожил, а для чего вообще-то я жил. Ой, оказывается, я тут не то-то понял. А чего? А то, что стеснялся спросить. Вот так вот. Поэтому вот такие люди, как вы, Владислав, должны быть, мужчины должны, я считаю, вот так вот жить, а не стесняться, наспористо идти в благости, искать истину в своей жизни. И когда вы ее найдете, пропитаетесь ею, то вы также яростно и целеустремленно сможете ее проповедовать другим людям, то, что вы прожили сами. Да будет так. Намасте.